Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Сулейменов Ерлан. Я являюсь председателем регионального совета Палаты предпринимателей города Нур-Султан. Я принял челлендж от директора региональной палаты Алмата Джунусова. С первых дней пандемии наши члены регионального совета оказывают благотворительную помощь. Сейчас НПП «Атамекен» совместно с общественным объединением «Минэн Атамекеном» запустила благотворительный марафон «Вирус добра». В рамках данного марафона призываю вас соблюдать три основных правила. Это частое мытье рук и обработка их с помощью дезинфицирующих средств. Ношение в общественных местах маски. И соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 метра. Соблюдая эти правила, мы быстрее вернемся к нормальному образу жизни. Передаю этот челлендж председателю регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы Максиму Барышеву и первым руководителем медицинских центров города Нур-Султан.